Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. І як завжди, по середах обласна рада національних товариств представляє. Сьогодні у нас в гостях в студії радник з питань міжнаціональних відносин голови обласної ради Мурат Каймаразов і бібліотекар Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького Дмитро Семчишин. Друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Мурат Джамалович, Дмитрий, очень и очень рады вас видеть. Дмитрий, мы с вами давно не виделись в нашей студии, очень тем рада. Более есть повод порадоваться и поговорить об интересном. Мурат Джамалович, ну будьте добры, вам первому слово. Хотелось бы вспомнить день, который мы отмечали 16 ноября, День толерантности. А вы не только свою деятельность, но, мне кажется, и всю свою жизнь посвятили именно вот таким теплым, дружеским отношениям между всеми людьми разных национальностей. Я исключительно с вами согласен. Терпимость – это уникальная вещь в каждом человеке. И вот когда мы говорим о толерантности, я еще раз хочу напомнить нашим телезрителям о том, что 16 ноября Генеральная Ассамблея ООН предложила всем абсолютно странам именно 16 ноября как бы праздновать как днем толерантности людей. И что самое удивительное, буквально с периода нашего основания мы практически каждый год выходили с предложениями ко многим учреждениям. Но сегодня особенный акцент мы делаем новому, подрастающему поколению в школах. Во многих практических школах проводились дни толерантности в самой абсолютно различной форме. В этот процесс сегодня включились и наши библиотеки. Вот. И рядом со мной как раз сидит хороший молодой парень, библиотека, с которой мы сотрудничаем уже с 92 года. Вот. Это есть элемент толерантности взаимоотношения, допустим, этнических групп, которые живут на нашей Николаевщине, и предложения, которые мы предлагаем друг другу в сотрудничестве. Таким образом мы очень получаем интересные плоды, продукт того нашего общего труда для нашего государства. Это очень важный элемент, в который должен быть в каждом из нас, как бы сложно нам ни было. Но я все-таки хочу вам рассказать об интереснейшей программе, проведенной детской библиотеке имени Лягина в Николаевской областной, посвященной Дню толерантности. Вот. И подготовку ее вели сами сотрудники библиотеки. Они очень интересно, красиво подготовили зал, подготовили информационные материалы. Вот. И наши представители этнических групп и культурологических обществ, я почему подчеркиваю, потому что есть культурологические общества, которые интересуются этнической культурой, и они тоже включились в эти процессы. И достаточно активно, интересно прошел праздник 20 числа. А вот фотографии, которые у нас есть. Вот как раз представил фотографии, если давайте, можно было Мурат бы, конечно, Джамалович, давайте мы посмотрим. Попросим. Вот уже Виктория Турченко, наш режиссер, вот обратите внимание, значит, так, фотографии. Вот рядом вот находятся представители этнических групп, вот выступают, и тут же дети. Смотрите, передача информации детям, толерантность, это очень важный элемент. Конечно. Буквально с 16-го года начался очень эффективное сотрудничество областного совета национальных обществ с этой библиотекой. И что самое интересное, библиотека сама проявляет инициативу и хочет детей учить и рассказывать именно, что собой представляют этнические группы, какие, чем они занимаются, их родина. И таким образом мы формируем этот элемент толерантности в нашем новом поколении. Потому что Украина, у нас многонациональная, вот сейчас вот Юрковский Владимир выступает, рассказывает в целом о ромах. Тут была Тамара Николаевна Белоусова, Селянская Лиза Тагасина, вот тут вот показаны были. И в том числе они привезли с собой этнические группы, привезли своих детей, которые показывали танцы. Вот, в костюмах они были. Вы знаете, очень интересно именно работать с этой библиотекой, потому что она сама проявила эту инициативу. Вот, поэтому я обращаюсь ко всем нашим горожанам, ко всем моим друзьям, близким, любого возраста. Терпимость – это уникальное качество человека. Лолита Каймаразова, как раз, кстати, вот она вручила и подарила первую газету Совета национальных обществ Николаевской области. Называется не области, а Совета национальных обществ Украины, а мы входим в этот Совет национальности Украины как областной организации, и называется газета «Национальный диалог». Вот, это первая наша газета, и буквально в ближайшие дни я буду выезжать как раз сейчас в Киев на фестиваль национальных культур,
Вот как раз также она посвящается вопросу толерантных отношений этнических народов, потому что Украина многонациональная территория. Мы должны с глубоким уважением относиться к стране, которая нас кормит, рядом с которой мы находимся. Поэтому всегда, когда мы какие-либо вопросы обсуждаем, мы должны научиться толерантно относиться друг к другу. Ну, безусловно, без этого, без терпимости, да, телезрители, ну, куда ты денешься? Нужно терпеть, причем терпеть с любовью. И начинать надо с себя. Ну, вот не нравится сосед, а надо его терпеть. Да, Мурат Джамалович? Да, дорогая, хочешь, не хочешь, да. Много интересных сейчас, я вам скажу, еще программа вот сегодня идет. Вы можете меня спросить, какая вот вчера была программа или позавчера была программа. Рассказывайте, вот, Мурат Джамалович. Вот считайте, что я вас спросила. Да, да, вот представьте себе, значит, буквально у нас есть новая абсолютно... На фоне светлого света появился человек, художник, с которым буквально я недавно познакомился, Александра Березовенко. Я когда посмотрел творческие работы этого человека, я просто удивился. От них идет свет энергии, и я говорю многим, говорю, знаете, ее картины лечат. И буквально вчера она по инициативе Виктории Викторовны как раз предоставили зал областного совета, она провела огромнейшую выставку своих работ. И как раз продавая эти работы, 50% в интернете так написано, средств, которые она может получить за счет реализации этих картин, будут направлены детям онкологически больным нашей Николаевщины. Скажите, это толерантность это? Это уникальнейшая толерантность. Ну, не знаю, как насчет толерантности, но то, что это очень важная акция, которая направлена на поддержание и спасение людей. Не любить, не уважать таких людей, которые делают вот такие вот шаги в своей жизни. Вот. И буквально вчера купили картины и депутат Верховного Совета, и представители юстиции области и Украины. То есть там были очень представители, интересные личности, простые люди. И в том числе председатель Корейской общины Людмила Сергеевна. Первая, единственная, первая она купила, а потом последовательно пошли люди покупать эти картины. Зная, она не только покупает красивые картины, зная о том, что какая-то часть этих средств обязательно пойдет нашим детям. Понимаете, вот элемент, который нужно делать обществу. Поэтому я хочу воспользоваться, кстати, сегодняшним случаем. Я обращаюсь ко всем нашим ребятам, которые занимаются бизнесом, которые неравнодушны по отношению к растущему поколению наших детей. Ребята, я обязательно вас прошу, до 28 числа работает эта выставка. Там уникальнейшие, красивейшие, интереснейшие картины. Идите, покупайте, но одновременно знайте, эта картина вас еще и вылечит. И второе, часть средств пойдет на лечение наших детей. Детей, которые сегодня ждут от каждой копейки для того, чтобы можно было их оздоровить. Вот это жизнь, такой жизни мы должны на земле жить. И должны быть терпеливыми. Мы разные, вы разные, он разный. Мы абсолютно разные люди на земле. Мы должны научиться услышать друг друга, общаясь, терпимо к этому, ко всему относиться. Какие бы факторы в жизни ни происходили. Тогда мы Украину выстроим, у нас все будет в порядке. Ну да, мы вот же с вами уважаем друг друга, любим, конечно, друг друга, слышим, конечно, друг друга. И тем более, что и повод сегодняшней нашей беседы, друзья мои, это и День толерантности, и еще у нас такой чудесный повод есть, потому что именно 23 ноября, завтра, в библиотеке имени Кропивницкого состоится презентация нового цикла «Литература народов Николаевщины». Но чем это тоже не призыв к дружбе и терпимости? Да, Дмитрий? Да, конечно. Продолжите, то, что пожалуйста. Говорил Мурат Джамалович, мы это продолжаем в библиотеке, потому что, ну, любим мы рассказывать николаевцам и гостям нашего города о литературе разных стран. Когда у нас был Нобелевский поэтический цикл, мы несколько лет совместно с Черноморским национальным университетом имени Петра Могилы рассказывали о поэтах, лауреатах Нобелевской премии, которые тоже были разных национальностей, представляли польскую литературу, английскую, американскую, чешскую и так далее. Теперь мы открываем новый цикл «Литература народов Николаевщины». Николаевщина многонациональная, много народов живет на этой земле. У каждого народа есть свой язык, есть своя культура, есть своя литература. Читая книги, написанные на других языках, ну, разумеется, в переводе, мы что-то узнаем об этом народе. По-моему, это здорово.
Это здорово. И вот у нас есть еще тоже фотографии. Я бы хотела тоже попросить нашего режиссера Викторию Турченко. Виктория, покажите нам, пожалуйста, а Дмитрий прокомментирует. Да, да, Дмитрий? Это про одного из героев вашего цикла, да? То есть завтра у нас открытие цикла «Литература народов Николаевщины», и первый вечер будет посвящен судьбе и творчеству Исаака Бабеля. И вечер будет называться «Я имею вам сказать пару слов». То есть Исаак Бабель, все мы знаем, что это известнейший русскоязычный прозаик еврейского происхождения, который родился в Одессе, который некоторый период своей жизни, детства провел в Николаеве, который жил в Киеве, в Петербурге, Москве. То есть человек, который был замечательным писателем, превосходным стилистом, хотел узнать жизнь как можно глубже для того, чтобы правдоподобно ее писать. Человек, который, ну, литература ничему не учит, но когда ты читаешь тексты Бабеля, ты понимаешь, как человек этот любил жизнь, и как это все-таки здорово, что жизнь такая многогранная, яркая, и это прекрасно, что она существует, и надо ее любить во всех ее проявлениях, даже противоречиях. То есть на экране вы можете увидеть некоторые фотографии Исаака Бабеля, вот, например, фотография он с Юрием Карловичем Олешей, тоже один из знаменитых писателей русскоязычных, которые принадлежат к южно-русской литературной школе. Это тоже эти люди жили в Одессе. И это фотография 1934 года, когда произошел первый съезд писателей СССР, и Бабель выступал с докладом. Я, честно, я не знаю, кто человек на этой фотографии, другой с Бабелем, но было написано. Наверное, его друг и главный писатель, да, вот это, наверное. Да, то есть мы можем посмотреть даже вот, рассматривая фотографии, мы видим, что Бабель был человек, который очень любил юмор, он любил пошутить, он очень любил жизнь, такой немножко ироничный взгляд у него. Вот. Ну, соответственно, и некоторые тексты его, например, «Одесские рассказы», в них мы можем найти очарование жизнью и много смеха, потому что одесситы издавна славятся своим смехом. И вот у вас книги, которые лежат здесь собой... на столике, Дмитрий, покажите, пожалуйста, будьте добры. Я не мог отказать себе в удовольствии прихватить несколько книг из нашей библиотеки, Центральной городской библиотеки имени Кропивницкого. Я вот сейчас покажу, вот у нас есть книжечка «Исаак Бабель. Одесские рассказы. Кон армия». Вот. Да, я думаю, что если телезрители познакомятся с этими рассказами, они почерпнут для себя массу не только полезной информации, но и хорошее настроение. Да, и вот еще одну книжечку хотел показать, тоже взял. Это Адриан Топоров «Крестьяне о писателях». Мы знаем, что Адриан Митрофанович занимался тем, что занимался литературой с крестьянами, то есть они читали тексты разных писателей и обсуждали. Кстати, я знал его и его сына. Я замечательно. С его сыном я дружил. Это уникальнейшая личность, интеллектуальные люди. Представляете, вот так вот наша жизнь. Ну, в свое же время Адриан Митрофанович пострадал вот именно за эту книгу «Крестьяне о писателях» и угодил в лагеря, потому что высшее руководство удивилось, как это крестьяне что-то могут излагать и высказывать о писателях что-либо. Но, тем не менее, как выясняется, книга действительно... Он очень часто мне рассказывал о своем отце, его как раз сын. Вот. Мы работали в советские времена вместе, вот он в свое время, по-моему, если я не ошибаюсь, в профсоюзе работал, значит, а я занимался преподавательской деятельностью, да, вот как это вот соединяет. Но я просто хочу добавить относительно истории еврейского этноса, в целом она достаточно глубокая история в развитии нашего города, не только с точки зрения творческого подхода, потому что очень много интеллектуальных, творческих людей Николаев родил среди именно этой этнической группы, кроме и других в том числе, да? Вот. И на сегодняшний день как раз именно эта этническая группа еврейская, она вот сегодня издала огромное количество вот издательской литературы для знакомства людей, какова была все-таки история евреев на территории Николаевщины. И слава Богу, что мы, это наш совместный проект, мы с 92-го года, да? По-моему, мы сотрудничаем с библиотекой с 92-го года. Практически, какие бы проекты ни были, библиотека и их коллектив Кропивницкого всегда с душой нас встречает
и всегда знают, что мы тоже можем предложить интереснейшие проекты, которые примут работники этой библиотеки. Вот это элемент сотрудничества, она дает огромнейшие результаты. Вот. Поэтому у нас как раз в городе и в области есть общины, достаточно компактные этнические группы, которые сохраняют эту этническую культуру. Вот. И вот сегодня мы должны обязательно об этом думать. Даже я иногда, часто мне приходится говорить, если этих этнических групп реальных 10 человек осталось, да, мы должны больше даже внимания уделять этим 10 человекам, семье, например, чем, допустим, тому большинству, потому что эта культура нам необходимо сохранить, потому что это этническая группа. Вот такой подход, он важен очень и очень. Поэтому такой вот интереснейший фестиваль, который будет длиться каждый год, я так понимаю, будет каждый год проходить. Дмитрий, да. Каждый год будет вот именно этот «Литература народов Николаевщины»? Мы будем проводить, скажем, раз в два месяца будем представлять творчество нового прозаика или поэта, который писал на языке, на одном из языков народов, которые проживают на территории нашей области. Но мы можем потом снова вернуться, например, сделать вечер по армянскому поэту, сделать вечер по азербайджанскому прозаику, по еврейскому, потом снова вернуться к армянскому, ну и так далее. То есть, А к дагестанскому, Расул Гамзатов. Да, конечно. Смотрите, какие прекрасные. Дмитрий, вот и нужно было начать с Расула Гамзатова. Простите, Мурат Жамалович. Я почему говорю об этом? Потому что мы недавно буквально провели в этой же библиотеке Дни памяти Расула Гамзатова. И дети, слушая, даже давали интервью, говорят, ой, какая это интересная территория Дагестан. Потому что это интересно еще, это горы. Вот то, что вы рассказывали о Грузии в своих передачах, и вот о грузинах помните, да, когда вы делали интереснейшую программу, сделали. Кстати, мы остались очень довольны этой программой. Ну, слава Богу. Поэтому вот в этом есть уникальность нашей Николаевщины. Вот только это надо ценить, держать его надо, как синицу в руках. Не разрушать ее. Вот, поэтому я всегда говорю, хорошо, дорогой, успокойся, все будет нормально. Все станет на свои места. Потому что мы многонациональная территория. И даже когда иногда обсуждают вопрос по образованию, да, ребята говорят, мы где живем? В Украине. Давайте, дорогие мои, будем, я дагестанец, он армянин, этот азербайджанец. Давай масштабно будем учить украинский язык. А Лолита как раз заканчивала факультет украинской мовы. Будем консультироваться и треба вивчати украинскую мову. Це є державна мова. Або ми спілкуємося не тільки на українській мові, або спілкуємося на російській мові, на болгарській мові, на азербайджанській мові, армянській, єврейській мові. Або це мови є мови цих народів, які проживають на території Миколаївщини. Ну, вообще, нужно, наверное, учить, вот в школе вести, вот представляете, я представляю сейчас, как учителя обрадуются, чтобы все учили языки, вот все, каждый язык, вот кто живет на Николаевщине, вот пусть их и те языки учат. А, кстати, да, школа Дмитрий, этим занимается сейчас, смотрите, буквально завтра, ровно в 3 часа будет подведение итогов среди всех николаевских школ города Николаева, по изучению истории, исторических памятников, исторических личностей города Николаева. Первый фестиваль проходит. И этот фестиваль, кстати, организует наш коллега, наш товарищ. Я являюсь членом жюри вот в этом фестивале. Будем подводить итоги, какие дети рассказывают о наших памятниках, об исторических личностях. Мы буквально недавно посмотрели 28 школ. Из 70 школ пока приняли участие 28 школ. Но это первый фестиваль. И вот будем во Дворце творчества учащихся. И в этом очень активное участие принимает управление образованием города Николаева. То есть вот этот путь, когда подхватка идет по подготовке нового поколения к историческим ценностям, которым мы располагаем. Мы хотим, чтобы наш город был туристическим. Чтобы все приезжали сюда, ездили по туристическим тропам. И кто это будет делать? Наши дети. Они уже, мы уже закладываем в фестивалях, вот таких вот встречах, библиотеках, уже информацию, чтобы они заботились о своей родине. Это наш труд, мы же, как говорят, прошли определенную школу, значит, мы знаем, как этим детям преподнести этот продукт, чтобы это был вкусный продукт, чтобы им это очень понравилось.
Выходит, что любовь тоже нужно воспитывать, да? Конечно, дорогая моя, конечно, конечно. Ведь послушность и все это начинается с семьи, с достатка, социального положения человека. Поэтому, когда иногда ты видишь рабочие места, кто... надо сейчас поощрять тех людей сегодня, например, с моей точки зрения, кто как можно больше организовывает рабочие места. Вот мы, дагестанцы, у нас 10 человек, только одна компания. Компания «Амина» обустраивает 300 человек рабочих мест с хорошей заработной платой. Я им говорю, вот скажите, это поступок дагестанцев, плохой или хороший? Один говорит, слушай, это очень хороший. Вот я хочу, говорю, чтобы все, кто занимается этим, гордились тем, что они обустраивают наших граждан на работу, чтобы они могли покормить свою семью, поехать отдыхать. Так идет процедура строительства державы. Очень важные вещи. Вот поэтому нужно поступки совершать вот такого плана и сказать, вот я это сделал. Не просто говорить или пиариться по телевизору или в интернетах. Совершил поступок. Скромно промолчи. Я никогда не могу сюда на телевидении вытащить наших дагестанцев. Да, кстати, вот у нас разные национальности всегда приходят. В среду же мы встречаемся. Ну, вот не могу их вытащить. Он говорит мне, Мурат, вот ты вместо нас иди. Ты вот будешь рассказывать. Я говорю, дорогой мой, ну надо рассказать. Ведь посмотрите, сколько, какую ты большую пользу принес в Николаевщине, в Украине. Расскажи немного. Расскажи о себе. Как ты это достиг? Какие успехи у тебя сегодня есть? Да? Ну, сегодня их устами да. говорите вы, Мурат Да, дорогая, Джумалович. Но вернее, скромно, они да. говорят вашими устами. Да. Но хотелось бы, конечно, чтобы приходили и ваши соотечественники. И вот та работа, которую проделываете вы, Мурат Джамалович, и вы, Дмитрий, продолжаете, вот даже этот новый цикл «Литература народов Николаевщины», это ведь продолжение объединения людей всех, николаевских жителей, не только даже николаевских жителей, но, наверное, всех людей объединяет. Мне думается, да, так и есть. Потому что в каком бы городе люди ни жили, вот, например, Исаак Бабель большую часть жизни прожил в Одессе, но как-то он заезжал и в Николаев, и Николаев тоже причастен к его творчеству. И вы об этом и говорите? Мы будем говорить. Он, конечно, причастен не очень, ну, не самым лучшим образом. Бабель запомнил еврейский погром в Николаеве и написал по этому поводу два рассказа. «История моей голубятни» и «Первая любовь». То есть Николаев запомнился ему так. Не с лучшей стороны. Что, да, ну, в какой-то мере Николаеву должно быть стыдно за это. Ну, mm-hmm. людям, которые жили, да, мы mm-hmm. должны отвечать, ну, мы должны помнить о том, что было, и должны сделать все, чтобы никогда не повторялись такие вещи, чтобы мы говорили сегодня о терпимости, мы должны хорошо относиться к людям разных национальностей, разного цвета кожи, разного вероисповедания, потому что все они люди, все перед Богом равны. Вот. Я думаю, что презентуя этот цикл, рассказывая о разных писателях, которые являются очень интересными личностями, и очень хорошими художниками слова, мы можем что-то рассказать и о народе, из которого вышел этот писатель, угу. узнать что-то хорошее, что-то интересное, то, что мы раньше не знали. Ведь часто мы рассуждаем довольно стереотипно. Мы знаем о каких-то странах, там набор каких-то национальных блюд, столица, да, символы туристические, но мы иногда мало читаем. Хотелось бы, чтобы люди больше читали, и у них складывалось более глубокое впечатление о какой-либо национальности. Ну, не просто мало читаем, Дмитрий, это вы так мягко заметили, а если учесть тенденции сегодняшнего даже подрастающего поколения, то практически не читают. Но хотелось бы, чтобы даже и вот такие ваши мероприятия, они привлекали и возбуждали в сердцах любовь к книге. Очень бы хотелось, потому что телезрители с книгами, если честно, нужно дружить. Дмитрий, вы дружите с книгами? Мы дружим с книгами, но я не против, если книги читают на электронных устройствах, с экранов смартфона. В принципе, это не имеет значения. Есть текст, текст существует где-то, он, когда человек творческий задумывал его, где-то там он уже на каком-то идеальном уровне существовал, да, потом этот человек записал его, да, это такое божественное вдохновение, вот, и мы имеем этот текст, неважно, где он будет напечатан, на чем он будет написан, то есть
Я работаю в библиотеке, но это не значит, что я призываю читать только бумажные книги. Ради Бога, читайте любые. Главное, чтобы книги приносили нам радость, чтобы нам хотелось мечтать, чтобы нам хотелось сделать что-то хорошее. И главное, чтобы и развивались и духовно, и во всех направлениях. Мурат Джамалович, у нас остается одна минутка. Будьте добры, может быть, вы подытожите нашу сегодняшнюю беседу? Ну, я хочу просто сказать о том, что нужно продолжать жить, радоваться, творить, но не забывать любить свою родину своими поступками. Ой, как вы хорошо сказали, любить свою родину своими поступками. Друзья мои, спасибо большое, любите свою родину своими поступками. Я напоминаю, что именно завтра, 23 ноября, в библиотеке имени Кропивницкого состоится презентация нового цикла «Литература народов Николаевщины» в 15:00. Приходите, пожалуйста, не пожалеете. У нас сегодня в гостях были Мурат Каймаразов и Дмитрий Семчишин, которые призывают вас. И все друг друга призывают, чтобы мы были терпимыми друг к другу. Це була розмова на тему. На все добре.